Субъекты России активно взялись за проблему жевательных смесей. На региональном уровне принимаются решения, запрещающие продажу так называемых снюсов. В Чувашии эта смесь пока продается. Реализация ограничена возрастом покупателей 18+. Однако наркологи, органы власти, представители общественности обсуждают возможность полного запрета. Снюс, пакетики со смесью, леденцы, постилки. Выглядеть они могут по-разному. Закидывая за губу чудо-конфету, современная молодежь гоняется за новыми ощущениями. И большинство из них даже не догадываются, что скрывается на самом деле за яркой упаковкой. Экстракт никотина с ароматизаторами. И концентрация никотина в этих веществах намного больше, чем даже в пачке сигарет. И очень опасно то, что вот эти снюсы не попадают под закон. Сигаретный дым, он тоже очень вредный, это все понимают, он постепенно всасывается. А здесь сразу никотин попадает в слизистую, в ток крови, и он не проникает в сито, которым называется наша печень, не очищается. Крепкие снюсы – это практически однократно 3 пачки сигарет. Ему тоже будет плохо. Что уж говорить о неокрепшем детском организме. Снюс вызывает сильнейшую зависимость. У них сразу возникать может серия судорожных припадков. То есть потому что этот никотин, он стимулирует судорожную готовность мозга. Далее появляется неудержимая веселость, смех без причины, признак дурачины. Ну и, соответственно, возникает тахикардия. Если вот эта действительно лошадиная доза попадает к нему в организм, последствия самые непонятные. Снюс не курят, его рассасывают. Эдакие конфеты с ароматом фруктов, ягод и со вкусом любимых напитков. В яркой упаковке они красуются прямо на прилавке. Продаете всем подряд или как-то 17+. 18+. Да, по закону. Так ли это, мы решили проверить. По телефону заказываем снюс сильнейшего действия. В другой точке нам также свободно предложили конфету как альтернативу вредной привычке. Этим пользуются те, кто бросил курить. А потом, когда они начинают это потреблять, им потом могут это бросить? Не могу сказать, ответить на этот вопрос. Представители общественности озабочены не меньше медиков. Мода на снюс распространяется с удручающей скоростью. У нас даже есть даже моменты, когда мы закупали несовершеннолетним, продавали спокойно бестабачные никотиновые смеси, в которых содержалась высокая степень никотина. Популярность безумная. Вот мы даже видим, что некоторые заходят в магазины, их даже уже нет в распродаже, потому что их раскупили. Заразиться этой болезнью можно и по незнанию. Случаи обращения в неотложку именно по причине отравления этими конфетами участились. Только за этот год таковых зарегистрировано более 20. Большинство из обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетние. Этим вопросом уже заинтересовались в прокуратуре республики. В ходе проверок будут выявляться факты реализации указанных товаров и дана оценка законности этих действий. Особое внимание будет уделено установлению фактов розничной и оптовой торговли указанной продукции, а также ее употребления на территории образовательных организаций. К проведению проверочных мероприятий будут привлечены иные заинтересованные ведомства, а также представители общественности. Наталья Мальчикова, Бахтияр Вильев, Республика.